Всем привет, с вами Мел. Сегодня мы будем сбегать от какого-то клоуна-маньяка. Я не знаю, пойду в тот автобус, потому что здесь больше людей. Climb pending. Бас, один из living через 10 секунд. Автобус уедет через 10 секунд. Итак, loading the story. Пожалуйста, подождите. Так. Так. Грузится, грузится. Все грузится. Вот это вот, не обращайте внимания на вот эту вот штуку. Я не знаю, как ее убрать, она у меня просто резко появилась. Во. Так. Оп. Так, мы где-то застряли. А, боже. Так, хорошо, дети. В честь того, что мы все здесь собрались, вы не хотите что-то там? Спасибо, хотя нет, нет, не спасибо. Хватит быть таким неудачником, Синус 68. 68. Да кто бы говорил? Беконоголовый. Короче, я так понимаю, это наш гид. Мы куда-то приехали, типа, на автобусе. Мы школьники, мы, типа, приехали на отдых. Достаточно, я ожидал от вас лучшего. Да, это гид. О боже, что у тебя с лицом случилось? Им удалось найти удаленное место, уютное в лучшем случае. Они остались там только на выходные. Кто они? Кто они? Мне уже страшно. Кто они? Каждую. Кто каждую? Что каждую? Кто каждую? О боже, мне страшно уже. Я в палатку. Ой, уютно в палатке. Гид, одна же этот... О боже. О, мистер Куратор, что там? Что случилось? И правда. Я просто хотел сказать, что у нас протекли контейнеры с водой. Нет! Или да. А, вот, да, блин. Вон там. Протекли! Реально протекли, ё-моё, давай, быстрей! Затыкай бочки, затыкай бочки! Надо затыкать бочки. Затыкай бочки рюкзаком, я не знаю чем. Всем затыкай. Кажется, у нас проблемы. Да ладно, у нас проблемы! Так как у меня есть опыт выживания в дикой природе, я просто фильтрую немного речной воды. Ну, это круто, что у нас такой гид хороший, профессионал. Это отлично. Пока, гид. Удачи я тебе желаю. Умри там. Ой, да. Все с тобой будет хорошо. Я надеюсь, что он скоро вернется. Я тоже. Куда вы? А куда вы побежали? Куда вы побежали? Я за вами, мне страшно самому. Нет, начался шторм, бежим! Нам надо в автобус, да? А где этот бекон? О! О боже, а что это за красный экран был? Мне страшно. Где бекон? Бекон! Мы что, потеряли бекона? Он же умер. Или что? Бекон, ты где? Ты выйдешь сейчас из темноты, да? Ты же выйдешь сейчас из темноты, да? Бекон! Бекон! Нет, мы его потеряли, видимо. Видимо, мы его потеряли. Ну, ё-моё. Почему? О, пошли. Пожалуйста, только не волк, я не могу, не сейчас. Видимо, вы ли волк, я просто сейчас без звука, я не знаю. О, боже. Что случилось? Что тут случилось? Какого черта здесь произошло? Что у тебя с лицом? Сэр, мне было так страшно, были крики и огонь. Я не знал, что делать. Боже, чел, что у тебя с лицом? Я больше не хочу здесь ночевать. Что у тебя случилось? Ах, да я согласен. Вы уж извините, но пока вы собирали воду, мы пытались выжить. Да ладно. Примите мои извинения, дети. Меня атаковали волки. А, это волки. Я думал, здесь слишком опасно. Пошлите домой. Я думал, об твой нос разбили... Точнее, твой нос разбили молотком. Да. Хорошие мысли. Так.
Быстрее, уезжаем отсюда. Давайте, да. Почему двигатель не издает? В смысле? Нет! Нет, серьезно, это типа... Дин Дон Гин, ты сын. Шторм что-то сделал? Да хватит плакать, блин. Он поджарил двигатель. Что мы теперь будем делать? Ну, я видел цирк вдалеке. Мы можем там укрыться. Шепчет. Ладно, ребят, я проведу вас через берег. Хорошо. Ой, тут стремновато, конечно. Я боюсь, что если вы потеряетесь, вы умрете. Я не угрожаю. Да ты не угрожаешь, ты предупреждаешь. Аккуратно. Один я смог пройти через эти капканы, но вот теперь у нас несколько. Капканы! Будьте осторожны. Да попытаемся. Ё-моё. Нужно идти как он, понятно. Только не ухудшайте ситуацию, наступая на эти капканы. Хорошо, попытаемся. Оп. Оп, оп, оп. Да легко. Нам нужно уходить. Я не хочу, чтобы волки снова на нас напали. Согласен, я тоже этого не хочу. У вас 25 секунд, чтобы добраться до сюда. Я рад, что вы все смогли пройти через капканы. Пошлите за мной, пошлите. Оп. Оп. О боже. Мне страшно. Ай! Блин. Да что я падаю? Так. Фу. Ну мы куда-то идем? Куда-то мы идем. О, мост. Нам нужно перебраться через мост. Куда нам? Я боюсь, я тоже. Ну давай, водопад находится прямо за этим холмом. А куда? Чего они упали вниз все? А-а-а! О нет, ребенок! Нет! А-а-а! Фух, я выжил. Я испугался до смерти, сэр. Ну, мы хотя бы... мы возле водопада. Ё-моё, наконец-то, теперь нам нужно перейти его. Ребенок, малыш, мы так далеко зашли, не сдавайся. Я не подведу вас, сэр. Я тоже не подведу, но попытаюсь хотя бы. Оп, 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 оп. Нет! 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 Серьезно! Серьезно! Так как так? О боже. Ладно. Идем в следующую игру. Я вернусь, когда я дойду до туда, где я был. Ну что, я добрался до этого уровня. За нами волки бегут! Беги! Это волк, да? Это волк! Что, я... Ну я знаю... Да, реально волк. Я знаю, что вниз надо прыгать. С Богом. Ай, ноги переломал, больно. Ахахахаха, волк. Что, он не убил меня, да? Ох. Я тебя переиграл. Я его реально переиграл, он какой-то лох. Мы вдвоем остались с девочкой. Серьезно? Бра. Мы хотя бы... мы возле водопада. Да, мы возле водопада, я не спорю. Мы возле водопада, я не спорю. Я один остался? Или что? О нет, ребенок шепчет. Не иди туда, волки что-то едят. О боже, где мы? Я один остался, понимаете? Все умерли. Боже. О, вот так вот. Вот так вот будет хорошо. Я думаю. О, боже. О, боже. О, боже. Пожалуйста, я не хочу.
Я уж надеюсь, вы не умеете деревья ломать. Вы не умеете деревья ломать, да? Да? Вы же не умеете это делать? Я же прав? Я же прав? Вы не умеете деревья ломать, да? Я же прав? Боже, стрёмно капец. Один ушел. Второй ушел. И третий ушел. Так, они ушли. Я не подведу вас, сэр. Да я тоже. Так. Ура! Мы в цирке, мы наконец-то пришли. Согласен, мы наконец-то пришли. Хорошо, дети. Это прикольно. Наверное, вы все хотите пить, поэтому я куплю вам лимонад. Кто все? Я один с этим, блин, нытиком. Я куплю 3 блоксиколы. Приветики, приветики! Так много блоксиколы. Приятного вам шоу, сэр. Спасибо. О, блоксикола. Блоксикола это хорошо. Блоксикола это хорошо. Добро пожаловать, добро пожаловать. Вам все... Я ваш сегодняшний ведущий Смешок. И добро пожаловать в мой цирк. Какой-то он странный, Смешок. Хи-хи-хи-хи! Да начнется же шоу! Боже. Мальчики и девочки, единственные в своем роде! Бобо! Боже, кто это? В первой части представления мы выстрелим Бобо из этой пушки! Ё-моё, прямо в наши зрители! Да! Это то, что я хотел! Разве это не весело? О, да, это очень весело! На счет 3! 3! 2! 1! Пошел! Он взорвался. Вот дерь... Точнее... А-ха-ха-ха-ха! Вы бы видели свои лица! Очень смешно. Так, что бы придумать, наверное, он думает. Это был прям взрывной номер! Да ты прям юморишь. Что я еще могу сказать? Не переживайте, с Бобо все в порядке. Мы профессионалы, я не сомневаюсь. Мы, конечно, тупые, но не настолько. Я думаю, настолько как раз. Проехали. Ну, хорошо, проехали. Сколько потребуется клонов, чтобы взорвать пушку? Не знаю, 2, например. Я не знаю, сколько. Я не знаю, сколько? 1! Бобо! Ахахахаха! Как же смешно! Оинг! Что случилось? Мы не будем шутить всю ночь. Конечно, мы можем, но мы не будем. Это же цирк. А то вам, засранцам, придется платить нам за переработку. А, понимаю. Леди и джентльклоуны, приготовьте еще там. Лали Шуту! Лали Шуту! Где она? А, она будет проезжать на сегодня. На этот раз она проезжала по тросу на мотоцикле. И одновременно держала себе 3 мартышек. Ну, хорошо, проезжайся. Мне даже интересно. Давай, проезжай. Давай, давай. Сможет ли она удержать свое равновесие? Сейчас мы это узнаем. Ну, пока что все нормально. Пока что все хорошо. Не, что? Что случилось? Черт, больше никого не осталось. Хе-хе-хе-хе-хе! Боже мой, что за ненормальный клоун? Так как шоу приходит, так замечательно. Мне потребуется 3 добровольцев из числа зрителей. Я за этого, блин, идиота спрячусь. Чего он ржет с этого? Ой, как смешно. Люди падают с высоты. Нет! Давайте продолжим шоу. Нет, я не хочу продолжить. А теперь танцуйте, а то иначе вы поставите весь мой цирк на кон. Что? Я сказал, танцуйте! Ну ладно, танцуем. А если не будете, то я вас шивану с помощью моего шиватрона. Блин, мне страшно. А? Ай, да я ж танцую. Хи-хи-хи-хи-хи. Дэнс, дэнс, вы с мой генс, генс. Да я ж танцую. Вот, я танцую. Вот, смотри, я танцую.
Вот, Зырь. Вот, ты отлично танцуешь, спасибо. Стать танцором твоя судьба, спасибо. Я впечатлен, спасибо. Следующий номер. Что это было? О боже. Ваш новый исполнитель должен перепрыгнуть через эти огненные кольца. И лучше поторопитесь, если вы не хотите поджариться. Что? Я не хочу поджариться. Все. Да, я прошел. Это было удивительное представление, согласен. Мне одному кажется, что здесь становится жарко. Ну да, жарковато. Давайте охладимся. Что? Нет. Нашему одаренному ребенку нужно исполнить номер побег. Да боже! Выберись из аквариума, пока до тебя не добралась вода. О боже. Надо поспешить. Удачи, спасибо. Нужно спешить. Хотя... Спешить никогда нельзя, а то... Поспешишь, людей насмешишь. Поспешишь, людей насмешишь. Поспешишь, людей насмешишь. Посмешишь, людей насмешишь. Удивительно. О боже, я почти умер. Давайте я угощу. Я должен восстановить хоть чуть-чуть хп, пожалуйста. Нет! Что, это пирог? Я пью. Ты угадал. Я пью. Я должен восстановить. Но будьте осторожны, получайте удовольствие. Я должен вылечиться. Нет, я не хочу умирать. Я так понимаю, если в меня прилетит, я сдохну, да? Да. Я сдохну, если в меня прилетит что-то, да? Нет, я не хочу умирать. Нет. Живем. Жить. Живем. Да, я выжил. Где я? С вами все в порядке? Кажется, вы съели слишком много пирога. Не знаю. Что? Нет! Что вы сделали? Ненормальные. О боже. Нет. Свежие детки. Да я один тут. Боже мой. Обосраться. Какой ты стрёмный. Боже мой. Ты реально стрёмный пипец. Вы так мне дорогие. Мои сладкие. Дорогие. Здесь вы будете в безопасности. Боже, мне страшно. Я ничего не вижу. Только если вы не захотите играть со мной, то что будет? Ох, тогда я бы желал вам смерти. Блин, иногда мертвое лучше. Неправда, нет, живое лучше, нет. Но я люблю вас очень, очень люблю. Боже, какой же он стрёмный. Но я не хочу умирать, как бы. Я хочу выжить, как бы. Я хочу пройти этот режим, потому что, ну, как бы, да. Я не хочу умирать. Вот, даже мой персонаж подтверждает это. Чтобы сбежать, нам нужен ключ стражника. А как мне выбраться? А, вот. Боже. Ключ стражника. О, я взял лампу какую-то. А где ключ? А, вот. Вот. Куда этот ключ мне деть? А, мне нужно его, видимо, освободить, да? О, вот. Спасибо тебе за то, что ты спас мою жизнь. Без проблем. Нам нужно спрятаться, пока клоун не проснулся. Куда нам прятаться? Я не знаю, я тоже. Нам нужно найти места, где можно спрятаться. А где нам реально спрятаться? Где нам спрятаться? О, вот какая-то лестница есть. Лестница какая-то есть. Я поднимаюсь. Куда я поднимаюсь? Где? Эй, я нашел лестницу. С помощью нее можно спрятаться на потолке. Замечательная идея. Давай поднимайся быстрее, пока тебя не убили. Ой, боже. Как же стрёмно.
Что за рисунок? Что ты делаешь? Нам нельзя оставлять там лестницу. Если он не заметит, что мы пропали, то точно доберутся до нас. Зевает. О нет, просыпается какой-то чел. Что за? О нет! Кто-то проснулся. Нет, нет, нет. Быстрее, давай прячься. За картиной нужно спрятаться. Что? Что нужно? Шепчет, как мы будем от него прятаться? Я не знаю, почему ты спрашиваешь это у меня? Да я не знаю! Я не уверен! Но здесь точно что-то есть. Я уверен в этом. Да ты уверен или нет? Видимо, да. Что? Где? Где? Где тут что-то есть? Что ты бегаешь по кругу? И что? И что? Ты что-то здесь видишь? Я ничего не вижу. Здесь вроде ничего не открывается этой штукой. Что ты? Что ты стоишь? Да что ты от меня хочешь? Как я это тебе сделаю? Там что-то или что? Ой. Что? Я не понимаю тебя. Ты можешь сказать? Где? Что? Я не понимаю. Да мне страшно. Что ты стоишь на месте? Блин. Ну там же ничего нет. Ну что ты тут стоишь? Блин. О, пила какая-то. А что мне нужно сделать? А что мне нужно сделать, я не понимаю. Мне как-то нужно открыть ключами или что? Ну, типа... А куда мне? Я тыкаю по периметру, я не знаю, что, куда мне. F. Я не знаю, что мне нужно сделать. А что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Я взял пилу, я на Е взял пилу. Я знаю, что делать. С помощью пилы спили балластный мешок. А что нам это даст? Ну хорошо. Я спилю. О, я спилил, чё? И чё? Что? Куда? Я надеюсь, он умер. О, я не умер. Кто? Где? Боже, что это было? Я не знаю. Что меня спрашиваешь? Ребенок, вот ты ж... А зачем? Ой! Я был смотрителем парка. Боже, какой он стрёмный. Он реально стрёмный, капец. Эти клоуны... Я хорошо знаю эту местность. Пожалуйста. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Кот какой-то. Хотя бы убейте меня, чтобы я не мучился. Я не думаю, что нам стоит его убивать. Я тоже, бро. Я убивать не хочу никого. Я помогаю вам только потому, что вы знаете, как выбраться из этого цирка. Ага. А как мне дать тебе... А, вот. Да, спасибо, приятель. Да не за что. Покажи нам выход. Согласен. Да, сейчас покажу. Это хорошо. Это хорошо, что он нам сейчас покажет выход. Так. Что у меня с камерой происходит? Что у меня с камерой происходит? Ладно, допустим. Допустим. Фигня какая-то происходит у меня с мышкой, ну ладно. Дом, дом, милый дом. Вообще ничего не изменилось. Я здесь работала перед тем, как меня похитили. Понятно. Боже, что у тебя с лицом? О боже, у него глаза нет. 911, что у вас произошло? Алло, алло! Я слушаю, что произошло? Нас преследуют убийцы. Где вы сейчас находитесь? Место преступления в
Парквудском парке. Оставайтесь внутри, сэр. Убедитесь, что все двери закрыты. Отряд спецназа уже в пути. Нам нужно срочно забаррикадировать хижину. Как это сделать? И чё, всё? Разрешите? Только быстро. Что? Конечно. Что, куда ты? Я за тобой. О! А я не могу взять, блин. Ну ладно. Жалко. А жалко. Что у меня с мышкой? Ребенок. Так точно. Да, так точно. Left control. О, вот. О, все. Все, слава богу. Оп, кто? Кто это? Кто это? Мужик, кто это? Ты кто? Боже! Ё-моё. Нет. Мне страшно. Пожалуйста, не трогайте меня. Твой дом. О, нет, нет. Нет! Ха-ха-ха-ха-ха. Твой дом. О боже, как же страшно. Бро, место преступления никто просто так не бросал. Хи-хи-хи-хи-хи. Я привязан. Я привязан, блин. Ты кто, блин? Что за... Вы не оставляете мне никакого выбора, кроме как съесть вашу мягкую нежную плоть. Что? Ты сумасшедший? Нет! Нет! Куда? Что? Что ты... Что ты делаешь? Что он делает? Используйте ключи из церкви, чтобы сбежать. Куда? Бежим! Бежим, 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 бежим! Что? Что? Вернитесь ко мне, дети мои. Нет, я никуда не вернусь. Бог, спаси нас. Где мы? Где мы? Я смешок. А, смешок хорошо прижился. Мы пропали прямо в логово психопата. Это плохо. Что он хочет сделать? Я не знаю, что он хочет сделать. Тук-тук! Нет! Бежим! Паркур, 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 паркур. Я прошел, быстрее, 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 бежим. А где бекон, вот бекон. Да, что, мы сбежали? Где, куда мы бежим? Используйте все, что найдете, чтобы защититься от смешка. Лопата, вот, берется. Вот, топор. Оп, все берем. Это берем. Это мы берем. На, собака, нам нужно сдерживать их пока. Ай, собака. О. Я не хочу умирать. На, собака. Нет! Беги! Надо лечиться. Куда мы бежим? Чё, куда мы бежим? Куда? Что? Что мы... Мне нужно выпить еще. Быстрее заходите в грузовик. Где? А, бежим! Бежим! Давай, быстрей! Быстрей, быстрей, быстрей! Огонь! Быстрей! Да! Да! Бейджик, я, видимо, сбежал. Огонь! Давайте, стреляйте по этой собаке. Почему они забрались? Нет, почему вы не забрались? Я сбежал? Что ж, вы, наверное, думаете, что произошло дальше? Да мне все равно, я сбежал.
О, видимо, закрыли. Копы закрыли мой цирк. Слава богу, твой цирк закрыли, никто больше не умрет. Видите ли, они не понимают мой юмор. Юмор! Ха-ха-ха, смешно. Ох, эти сопляки. У них сейчас что-то типа завершения вечеринки. Боже, это мой друг. Это мой друг. Нет. А что произошло со мной? Я стал ночной знаменитостью. О моих шалостях рассказали в национальных новостях. А у меня даже есть фанаты. Ё-моё. Я хоть и рад, но у меня осталось еще много важных дел, которых я должен закончить. Это намек на вторую часть или что? Это, видимо, намек на вторую часть. Это намек на вторую часть, видимо. Боже. Какой же прекрасный режим, я не знаю. Очень прикольно. Очень прикольно. Ну что, на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, чтобы продвигать мой контент. Много чего еще делайте, ну, потому что, ну, чтобы продвинуть мой контент, просто смотрите его, по крайней мере, от начала и до конца. Ну что, всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи и всем пока.